Нежные образы, плавные движения и неизменная улыбка. Подружки в жизни и на сцене. Воспитанницы детской школы искусств номер 16 свое выступление назвали «Вдохновение танца». Каждую деталь от выбора музыки до последнего па придумали сами. Мы старались придумать что-то более современное и более классику, и у нас были споры, у нас были сомнения, мы плакали, мы просто стояли, некоторые не могли вообще комбинацию придумывать. Но мы как-то разложили по частям, и все какой-то свой кусочек как-то придумали, и мы туда вкладывали, так сказать, душу. На конкурсе детских балетмейстерских работ все, что на сцене видят жюри и зрители, создавали сами участники. Каждый танцевальный номер – маленький спектакль о том, чем живут артисты. Побороться за призовые места вызвались 85 юных танцовщиков. Это в 3 раза больше, чем 4 года назад, когда конкурс только зарождался. Начиналось все с детского капустника в школе искусств. Теперь это городской фестиваль. Меня иногда даже поражают некоторые... У детей некоторые такие задумки. И даже ты думаешь, надо же, я бы сама могла бы тоже воплотить это все в танцы. А не додумалась, а дети вот придумывают. Поэтому как бы вот у них тоже можно чему учиться. Призеры конкурса получат дипломы и памятные подарки. Организаторы уверены, если детям подарить простор для творчества, они смогут создать великие шедевры. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».